чужа. Может и есть. А я его чужа с собой тащил. А там что у тебя? Там что есть? Значит, не бери с собой ничего у тебя. Юра, ты смазал уключены маслом? Он все крепил, вот улыбался. Ну-ка, улыбнись. Ладно. Капитан пошел мерить глубину. Вышли на акваторию, выкатили катер. Якорь подняли. Сейчас, обождите, мужчины. Я сейчас заведу мотор, да. Чтобы потом мы оттолкнулись и поехали, чтобы мне не подкатилось, а потом ничего. Да. У тебя зажигание? Да. Это задний ход? Почему? Вперед едем? Точно, смотри, как вперед поехали. Так, ну ладно, все, вперед. Пока. А у нас вперед есть? Это впереди, да? У меня слетела надо кепка, было... я подвел весь коллектив. Надо было это самое, это. Я говорю, как вкинул фуражка, улетела. Оно надо будет пройти вон ту мель, да? Да, это мель нормальная еще. Повыше стоит.
там проехали, это нормально. Сейчас поедем тихонько. Посудное окошко. По центру там такой рычажок, бим, вниз. Под ручкой, все, да? Нажал, все. Это лапка, да? Да. Гулливер. Подними грудник. Я же грудник. Не совсем даже. Секундочку. Здесь рыбы нет. А вот пошла, по-моему, да? Нифига не пошла еще. Такая осадка, да? О! Закачались. Иди, видишь? Все, дальше глубже. Все, выделяю. Немножко промахнулись. Да, блин, ты где? Смотри, такая мотор. Сразу же... Блин, 3 метра в сторону. Ты... Потому что ты навигатор не поставил. Да навигатор — это эхолот. Ну эхолот тем более. А? Конечно. Он сказал, поехали. И вот мы опять. Ближе, двини, да, держись. Я думал, как-то по идее по воде по самой видно было, что чуть мелко. Вот. Это тут глубоко, Саня. Ну смотри. Тут 12 метров. Скорость 36 узлов. Сори, километров в час. Мы зашли. Да. Мы зашли за гремяху. С морской стороны. Нормально здесь, в принципе, так-то волна. Все живы, здоровы. Нет, и Мишка, ему бы полежать. Тут же нет такого конкретного места, что вот тут вот рыбу. Да? Как на косе, короче. Вот. Вот. А вон там наш город. И вот он. Героически. Главное, сам туда, за ним. Куда нас понесет? Без разницы? Сейчас по ветру выставит. А нас вот тут ветер-то, вот сейчас с берега ветер дует. Вот по ветру и выставит. С Северодвинска ветер дует, вон. Даже посмотри, вон по трубам, видишь? Да-да. Нас... Сейчас будем слушать тишину и шум прибоя. Я три штуки скормил. И главное, такой жест. Показываю, иди сюда, показываю. Главное, бах, вот сюда. И раз, она, главное, ловит в одном и том же месте.
уже сам где-то маленькая. Вот там молодая, это, ну, короче, которая коричневая, та молодая. Ага, этого года. Вот я такой вот искармливал. Вот она тут и пришла опять паром. От нас отгоняет. Все, говорит, чищенная креветка, наша креветка. 1,3 метра под нами, 10 градусов вода, все показывает. Андрюха, где кумбыш? Вот он. Вот перед нами кумбыш, да? Вот. А за нами что? Падостров. Тут уже рыбаков побольше. Ребята вон на донке тоже бросили якорь, бросили и ловят. И ничего. Сказал, приехали, и забросил удочку. Ух ты, дупль, блин. Вроде. Движение как, блин, на улице. Кручу. Опять? Да. На пределе все. Да, вот вопрос. Это морская рыбалка, сэр.
кислухе. В эту зиму здесь пенсионер у нас заловил сига на 0,5 килограмма. Все, кто сидел рядом, пришли смотреть. Там лапоть был по натуре. Обловили курюху на ваге? Там попробовал, все сюда приехали. Вот половили немножко. Решили спилить ножки. Давай на люк. Андрей, подсосал? Да. Андрюха, подсосал. Мишка, ты ведь этого не делал? Ну ладно. И вот мы отправились в Ягарку.
Мы не встанем там на дороге ни у кого. Там в середине старый Юра, нет? Не, нормально обеду. Ты бросил уже якорь, да? И куда нас понесет? Ну вот. Давай, не бойся. Весь наш улов. Андрюха у нас еще тут пытается что-то выдрочить. Но мы заканчиваем рыбалку на сегодня. День прошел замечательно. Самое смешное то, что дождя сегодня не было. Так ветерок иногда подымался, была волна. Но это нормально для морской рыбалки, да, Миша? Да. Спасибо дяде Юре за счастливо проведенный день. Очень хорошо. Без проблем. Главное, день хороший получился сегодня. Да. И по погоде нам повезло. Ветра немного. Кстати, ветерок-то поменялся на северном. Спасибо дяде Андрюхе. Привет, Лео. Ладно, обманывают. Да, постоянно. Его обманывает рыба. Какова судьба, Селеви? Сейчас поедем. Была поклевка. Не-не-не, клюет. Я же ничего не говорю. Мишка, подсоси. Так, пауза, ты должен сейчас пауза. Эх, сдался. А, да конечно, съели все, ёлка. Сейчас Андрюха будет троллингом заниматься. Кто-нибудь ловил здесь троллингом? А что нас так понесло? И нас понесло. Капитан опять поднял якорь. Что значит? О. Ой, нелепые движения. Стульчик разворачивается. Так, все? Ну, не знаю. Все хорошо. Подсосали. Часы на крутых поворотах. Наш катер бросает кювет. Это мы его сейчас сделаем.
Мелко, да? Нет, надо скидывать иногда перед берегом. Ну, сколько машин. Сева поехал. Как говорится, приплыли. Поприседай. Разомни чресло. Пускай сам цепляет, да? Вот ноу-хау. Ноу-хау, старый хау. Ноу-хау, старый хау. Как человек в одну харю цепляет колесо с одной стороны. За веревочку повезем? За якорек, да? Да. И сейчас мы сзади будем толкать. Так вот он какой, наш северный олень. Расчехлился. Мою шляпу. Вот мы отсюда уехали, сюда и приехали. Сейчас катер запихнем в гараж. Нержавый. Так, тюрюзак ты вытащил? Да вон тут лежит. Так закатим катер, а потом. Да. Мы еще тут полтора часа машину будем ждать. А что у него так все получается хорошо?